Все, угомонились. Кимми? Да. Как вы выбираете себе роли? Я стараюсь найти персонажа, которого трудно понять. Почему он такой? От рождения или воспитания? Я думала, вы выше, ведь вы выглядите выше на экране, а мы почти одного роста. Спасибо, что помогаете. Я же хочу, чтобы вы показали все, как было. Какая милая пара. Мы вместе уже почти 24 года. Мне не верится, что вы покажете все, как было. Что заставило 36-летнюю женщину почувствовать такую запретную страсть? Очень вкусно. Какие у вас взаимоотношения с детьми? А какая вам разница? Это вы та актриса, что сыграет мою мать. Посмотрите в глаза и скажите, что вы эгоистка. Ты не такая, как я. Ты современная женщина. Зачем играть того, кого вы считаете плохим человеком? Это зона серой морали, которая так интересна. Закомплексованные люди очень опасны. Я уже представляю, каково я было тайком с вами видеться. Не стоило это говорить. Пустяки. А чего же вы тогда ожидали? Что мои дети будут меня любить, и моя жизнь станет идеальной. Немного наивно. Да, я наивна. Всегда такой была. Май-декабрь.